Друзья, всем привет! Меня зовут Мадьяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг с племяшками. Амина. Камила. Да, всем-всем привет! У нас сегодня обалденная домашняя пицца, которую приготовил кто? Апашка. Наша любимая Апашка, за что ей огромное спасибо. Значит, ну, тесто домашнее, колбаса, сыр, помидоры, ну, соответственно, все, что обычно бывает в пиццах. Так, да. Пьем мы тархун. Так, можете это, Дейбендер. У нас есть еще салфетки. Что, кушайте? В общем, давно Амина с Камилой не появлялись, да, у нас да. На канале? Приехала Апашка, и вот, значит, Амина с Камилой тоже приехали. Так, где-то тебе, Амина. Что, уже учеба, да, началась? Да. Что, как? Нормально, в принципе. Нормально? Нравится? Так, Амина, в какой класс у нас пошла? Седьмой. Седьмой, а Камила? Второй. Второй класс пошла. Так, сейчас давайте попробуем пиццу чуток. Сейчас еще одна должна свариться, приготовиться. Обалденная. Поддерживаю. Тесто какое вообще. У нас вообще с утра дождина был, такой сильный прям. Сейчас прохладно. Ну, дождь вроде успокоился. Так, мы что, утром позавтракали? Ну, сейчас получится наш обед. Очень вкусно идет. Обалденно. Че, в школу уже ходите, да? Не онлайн же у вас? Да. Че, у нас как... первый раз. Че, расскажите что-нибудь про школу. У нас первый раз была физика. Mm-hmm. Прикольный, интересный предмет, по идее. Нравится? Да, и учитель прикольный. Mm-hmm. Быстро, отлично объясняет. Mm-hmm. Хороший преподаватель, да? Да, блин. Пицца обалденная. Пиццу готовила мама, Амина и Камина, да? Помогали. А у тебя, Камила, что? Что нового? Ну что, диабет и азахтыр. Что, он и собак был, он же не было такого урока? У нас только тело тоже будет. У нас скоро будет химия. Тебе физика нравится? Да, в принципе. Я думал, ты гуманитария, Амина, больше. Ну, блин, как сказать, типа, хорошо объяснили. А препод хороший поэтому, да? Да. Ну, кстати, да, от препода очень много зависит. Зависит все от препода. Вкусная пицца, обалденная. Так, что мама в пиццу добавляла? Рассказывай тебе, Пашка. Вы же вместе готовили? Тесто. Да, что в тесте? Колбаса. Нет, в тесте что? Мука. Так, нет, дрожжи. Дрожжи, мука, потом что еще? Масло. Масло, потом? Майонез? Да, майонез. Кстати, на майонезе очень вкусное соль тесто. Соль и вроде сахар. Давай, Камил, тебе налью. В общем, думали, чай будем запивать, но вот решили тархуна. В магазин ходил, тархун взял. Вот. В общем, пару дней меня не было, сколько? 2 дня, наверное. Вот я появился, как говорится. Ну, не один, а уже с племяшками. Чё, Камила, унайма саған? Қазақ тілі, әдебиет. Унамайма? Унамайма. Коля, какой самый любимый предмет? Прямо обожаешь, который? Английский. Английский, мам. И математику. Давай, скажи что-нибудь по-английски. What is your name? Считать не умеешь на английском? И математика? Mm-hmm.
кушаете, Амина Кабина? С одноклассниками хорошо общаюсь. Хорошо общаешься? Угу. Передаю им привет. Ты видео смотришь мои? Да. Что, когда видео будет, не спрашивали? Спрашивали. Классно. Прям, знаете, пицца хорошо идет прям так. Очень вкусно. Да. А Пашка у нас вкусно готовит, да? Очень. Какое блюдо вам нравится, которое Пашка больше всего, ну, готовит? Какое больше всего нравится? Пельмени и пицца, может. Еще этот. Манты. Мясо по-французски. Да? У меня проблемы с помидорами. Почему? Они как-то... Кушай. Не стесняйтесь, все свои, как у меня зрители же говорили. Да. Поэтому не стесняйтесь. В общем, сегодня у нас воскресенье. Вчера вы приехали, да? Вчера. Сегодня воскресенье же? Да. Сегодня воскресенье, да. Завтра уже в школу. Сегодня мы уходим. Завтра уже в школу. А мне нет. Хе-хе-хе. Спасибо. Все, я отучился свое. Там я кушаю. Там должна еще одна пицца подойти. Да, кстати. Мы ее ждем. Че, как вам погода? Ну, очень. Какая вам погода больше нравится? Лето. Лето? Ну, почему? На урок не идешь. А, не, поэтому, да? Дождь. Поближе к микрофону, Камила. Че, говоришь, лето больше всего нравится, да? Угу. Каникулы, да, хорошо. Угу. Зимой как? Сунамай макс. Зима. Лето хорошо, да? Получается, вот у многих, наверное, что вот когда мы в школе учились, уже ближе к концу мая, уже как-то толком и не учишься, то книги сдаешь, то это. И, в общем, этот май, он такой сам на расслабоне получается. Да. Но потом уже, тем более, отдыхать вообще классно. Типа говорят, что самые такой счастливые дни, это вот именно конец мая, когда там 22-е. Вы какого числа книги сдавали примерно? Под конец мая, наверное, да? Да. Вот примерно так и выходит конец мая. Ходишь в школе, там кто-то уборку делает, там ремонт. Так мы делали, по крайней мере. Вы что, в классе уборку делаете? Парты не моете? Да. А, ну там Камила еще маленькая же. Камила все еще у тебя впереди. И что, где наша вторая пицца? Так, вторая порция нашей пиццы, но она чуть горячее. Это тоже была горячая? Так, кушайте. Так, чуть горячее, да? Это в духовке она была. А мамочка нам нарезала ее. Да. Вообще обалденная. Хорошо, да, Пашки? Вкусно кормит, да? Очень. В общем, мы вчера сидели и думали, что бы снять на мукбанг. И тут Амина и Камина предложили пиццу, да? Камила. А, ты... Ладно, предложила только Камила, а не Амина. Камила, что ты рассказывал? Ты, в общем, прошло лето, сентябрь. Что летом делала? Вот, Камила, давай расскажи. Вырезала, потом раз в гости шла. Потом? Потом я ходила на улицу. На улице что делали? Играли? Да. Что, большая компания друзей там? Да. Сколько человек примерно? Мы всегда... я не знаю. Сколько меня? Я не знаю. Как? Не знаю. Мы только всегда карты играем.
карты играете? Ё-моё. Крутые вы. Что, какие карты играете? Дурака или кого играете? Дурака только. Дурака. Ну, крутые. Еще Outlook называется. Outlook. Что еще летом делали? Еще мы с Амином карты играли дома. Бесконечно смотрели телефон, не забудьте добавить, да, Амина? Ну все, лафа закончилась, начинается учеба, да? Да. Амин упал. Всегда так, что вся пицца как бы остывает, а помидор... Нет. Горячий какой-то, но не горячий. Он постоянно падает. Не падает, но... Ну, помидор домашний. Привезла бабушка. Значит, продуктивно, да, у вас лето прошло? Угу. Ну, вы вообще деловые. Амина, кушай. Ну, в школе у нас нормально. С одноклассниками общаюсь. В принципе. Все, повзрослели, наверное, да? Выросли? Да. Внешне. Вроде, да. Ты самая высокая в классе? Среди девчонок? Нет. Я да. Самая высокая? Ё-моё, Камила вообще. Там еще одна девочка есть. Послушай. Есть две девочки выше меня. Еще есть. Карита Мирис. Еще есть один мальчик, он тоже клиный. Что, у тебя в школе есть друзья, Камила? А, еще есть Камила. Это хорошо. Камила у нас не торопясь кушает, да, Камила? Угу. Камила, кушай. В общем, домашнюю пиццу можешь сложить сколько начинки, сколько хочешь. В общем, мы покупали... В Семске, кто живет, знает вот браунис, когда вот, помните, уже приезжали же, мы уже пиццу кушали, мы это заказывали браунис. Да, в общем, она такая нормальная, но там вышло, в общем, знаете, такое, две такие, ну, средние пиццы, они прям не огромные были, на 5000 тенге, то есть это, в принципе, дороговато. Закажешь где подешевле, там она какая-то джайская, уставшая, там, пока доедет опять-таки, то есть доставка тоже очень влияет, что... Они же не сразу к нам ее, да, они там по всему городу, тому отвезут. И, в общем, приезжает уже какая-то уставшая пицца, реально. В общем, домашняя есть домашняя. Чего вы такие сегодня молчаливые? Отвыкли на камеру говорить? Не знаю, что сказать. Завтра ждет сколько уроков? Завтра... Завтра не знаю, нам расписание не выдали пока что. Кушайте. Я, короче, наелся. Кушай, Камила. Ой. Кстати, Тархун давно не пил. Пил недавно колу, Тархун давно что-то не пил. У нас когда в Семске был такой, завод такой был, Асер, по-моему, или Асер звали, назывались Асер. Асер и Ка, по-моему. В общем, они выпускали напитки, они были очень вкусные. Но, к сожалению, эта компания закрылась. В общем, тоже Тархун выпускали. Yes, so lighting there. Да. Что еще, Камила? Что расскажешь? Завтра что, с утра в школу уже, да? Или в обед? Не в обед, с утра. С утра. Что, не хочет, да, вставать, наверное, рано? А сколько встаете? А, 7.
7? Ну, 7 нормально. Либо раз 8. А почему? А в обед? Он тоже в обед учится. Почему он так поздно встает? Кто? Биберс. Или на уроки в 8 приходит? На уроки в 8 приходит. Биберс — это получается двоюродный брат старший. Сколько лет Амина ему? Камила? 9. Мне 8. На год старше получается. Что, нулевой класс пропустил. А что, и Султан. А, нулевой класс пропустил? Есть еще Султан, ему сколько лет? 14. 14. Он был тебе старше на год, да, тебе, Амина? 2. А, на 2 года. Ой, в общем, наелись, спать охота теперь. Да. Пицца обалденная. Что мы скажем нашей Апашке? Спасибо. Спасибо большое. Пицца обалденная. Прям спать реально захотелось. Вот такие дела. У вас, как дорогие зрители, проходит обучение ваших детей. Может, ну и вас, соответственно, вы там бывают школьники, студенты меня смотрят. Есть такой боевой настрой на учебу? Или как бы пока еще от лета не отошли? Живите. Напи... А? Живите. Напишите в комментариях. Вот такие дела. Что, будем прощаться? Да. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова, за поддержку. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь на канал, потому что очень много людей, которые смотрят, не подписавшись. Вот это такие. Плохо. Это плохо, да. Так что еще увидимся в следующих выпусках. Все, пока-пока. Пока! Пока.